В Государственном архиве новейшей истории региона хранятся документы обкома партии Ульяновской области с момента ее образования. В архивных фондах есть личные дела на всех руководителей края, за исключением Ивана Николаевича Терентьева. Именно Иван Николаевич стал первым руководителем новообразовавшегося в условиях Великой Отечественной войны региона. 35-летнего партийца направил в Волжский город, на родину Ильича, Центральный комитет партии Советского Союза. На мой взгляд, незаслуженно забытым является имя первого секретаря Ульяновского обкома ВКПБ и, по сути, первого руководителя Ульяновской области Ивана Николаевича Терентьева. Это был действительно талантливый руководитель, который приехал в Ульяновскую область в январе 43-го года, уже имея за плечами опыт партийной работы в ЦК. В конце 30-х годов именно он возглавлял Уссурийский обком. Благодаря деятельности Ивана Николаевича правительство списало с ульяновских колхозов задолженность прошлых лет по картофелю и овощам, мясу и молоку, выделило области дополнительное количество техники. В 1944 году валовая продукция региона составила 184%. Иван Николаевич особенное внимание уделял подбору руководящих кадров в регионе. По его просьбе были выделены руководящие кадры из резерва Центрального комитета. Важно понимать, что регион был образован не просто так, а главной целью было приближение ульяновского руководства к промышленности, к сельскому хозяйству, к социокультурной сфере. И важно было дать импульс для развития перспективного региона. И таким и импульсом стал и сам Иван Николаевич Терентьев, и его команда. В марте 1949 года по сфабрикованному делу о моральном, бытовом и политическом разложении Иван Николаевич был снят с поста секретаря обкома и исключен из партии. Поэтому личного дела Терентьева в архиве не сохранилось. Позднее он был реабилитирован. Известно, что потом Иван Николаевич жил и работал в Куйбышеве и в Ульяновск не возвращался. Только прислал в архив свои воспоминания. Они вошли в книгу «За ними стояла область», выпущенную архивом. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.